Блин, менты, пацаны. Да ладно, я тебя прошу. Чё они нас тормозят? Ну превысил я, и чё с этого? Да ну нахера, ну это чужая страна. Я тебя прошу, сейчас хохлай разведем на инглиш. Реально, они же тупые. Слушай, а точно, побазать на инглиш, а? Да только не ржать. Я не буду, только ты не заржи. Он сейчас затупит, 100%. Все, ждем. Чик-чик-чик. О, топает. Доброго дня, старший инспектор Коломієць. Hello, sir. Документи, будь ласка. Do you speak English? Документи. English. Speak English. Do you speak English? Документи. So, it's a rent car. It's a rent car. We are foreigners. Do you speak English? Стоп. Один момент. Okay. Thank you. Thank you very much. Доброго здоров'я, старший інспектор Дай Кучер. Do you speak English? Yes, sure. And what are you so us? You exceeded the speed limit. What kind of speed limit? 60 kilometers per hour in inhabited area. But it's a rent car and we are foreigners. Doesn't matter. Oh. Can you prove it? Could you show me driver license? No. Can you prove it? Yes, I've got all proofs. Please, show me driver license. I don't understand you. Why should we... Show me, please, your driver license. Why? In our country, because you broke the law. We don't have any kind of speed limit in our country. Come on, guys, where are you from? What's the speed limit in your country? From us, from Switzerland. I don't know what speed limit in my country. But I know, it's 50 kilometers per hour. Please give me a driver license. Oh, Russian Federation. Mm. Welcome to Ukraine. Что, пойдем оформлять. Хорошая штука, это вообще. Молодец, ну давай. Раз. О, класс. Стопочку вообще, да? Хороший. Молодец. Ты хоть на чай ему. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Детство, детство, ты куда ушло? Где уютный уголок нашло? Детство милого мне не догнал. Ну, вообще похоже, да. Поплыл. Все, сейчас плывет. О-о-о! Стой! Бля! Вот. Во. Глуши! Глуши, Беттер! Он заглох уже, все. Вот нормально. Блять, смотри, хорошо держался на лебедке. Да. На лебедке хорошо держится. Документы. Блин, вот это жесть. Карты, деньги, два ствола. Блять, БТР сверху кузака. Кстати, не выровняться, думаю, да. В общем, все случилось то, что им надо было, чтобы случилось. Блин, бедный БТР. Ой, бедный ленд-крузер.
سود البرية أسينا الكرة الأرضية جيوش العالم ما تخوفنا اللي شايف تهديداته يكتب نهاية حياته تشوش Я еблан, занимаюсь постоянно хуйней, я не знал об этом. Я похлопаюсь, а сумка Биркин только на стринге, а стринге, а в стрингах наши капета. Джуси так и на нехай, сушки в джуси май хай, все хай. Это, конечно, гениально. Я не был знаком с такой концепцией вообще, ни в чем. Зажигаем по полной программе, ребята. Терпеть не будем. Смысл меня подрезал? Смысл меня подрезал? Не понял вообще. Ты как ездишь? Чё хочу? Извините, извините. Что, что ли? А? В смысле, это свои были? Да, я понял, заебал. They all seem to be very excited. Wow. Yeah, I... So, a lot of big fans... Sorgen sich die Bayern-Fans so ein bisschen, während du hier... Смотрите программу «Факты», и мы начинаем выпуск. Переход на цифру проходит в рамках федеральной программы развития телерадиовещания в России. Дом позади меня. Слушайте, вот здесь весело, конечно. Просто я в шоке. Watching a master at work. Right,